Здравствуйте, друзья! Снова с вами Александр Гермаков. Сегодня в этом видео вы узнаете, как добавить текст на видео онлайн без сложных программ, быстро и просто. Итак, для того, чтобы добавить текст на видео, я рекомендую вам использовать или воспользоваться сервисом voicetv.com. Итак, переходим на наш сервис. Ссылку на данный сервис вы видите на данном экране. Для более комфортной работы с данным сервисом я рекомендую вам использовать браузер Google Chrome, Яндекс или браузер Edge. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши, выпущем меню, мы ищем перевод и нажимаем LAN перевод. Наша страница переводится на наш язык. Для того, чтобы добавить текст онлайн на наше видео, мы можем воспользоваться нашим видео или использовать любое другое видео, которое у вас есть в наличии. Я воспользуюсь сервисом pixels.com. В одном из своих видео я рассказывал про этот сайт, где вы можете скачать абсолютно бесплатно любое видео. Итак, мы находимся на сайте pixels.com. Здесь мы выбираем видео. Давайте я буду использовать вот это видео. Подносим курсор нашей мышки к видео, к нижнему правому краю. И находим значок «Стрелка». И нажимаем стрелку. Здесь мы попадаем в наш рабочий стол и можем скачать наше видео на рабочий стол или в ту папку, которую мы хотим использовать для хранения наших видео. И нажимаем на кнопку «Сохранить». Далее здесь мы видим окно, где сервис нас информирует. Мы можем использовать скачанное нами видео с данного сервиса в своих проектах. Здесь мы можем пожертвовать с помощью сервиса PayPal, Instagram, а также данный сервис рекомендует нам разместить текст о скачанном видео в описании своих видео. Закрываем наше окно. Переходим на наш сервис. Итак, для того, чтобы добавить текст в наше видео, мы нажимаем вот на эту кнопку. В выпавшем меню появляется окно, и мы нажимаем на наше видео. Происходит загрузка. Далее, на следующем этапе мы должны выбрать в данном окне текст. Название текста — философ, играть, подкова, пуританин. Давайте выберем пуританин. Здесь мы можем установить размер нашего шрифта. Давайте выберем 50 пикселей. Наш текст будет расположен по центру белым цветом. Также можем подобрать цвет. Я оставляю белый цвет. Здесь нам рекомендуют установить тень, да или нет. Итак, мы пишем наш текст. Я пишу свой, как добавить текст на видео. Чуть ниже в данном окне мы можем установить таймер, когда в течение какого времени будет показываться наш текст. Я установлю 0.3. Далее, чуть правее, в данном чекбоксе мы устанавливаем эффект появления нашего текста. Здесь мы можем установить эффект исчезновения нашего текста. Он будет появляться вправо или появляться с левой стороны. Также может наш текст иметь эффект вращения, уменьшения и так далее. Давайте оставим эффект исчезновения. Поднимаемся чуть выше. И следующая кнопка синим цветом. Здесь мы можем добавить следующий текст. И пишем. Текст можно добавить любой. Это будет зависеть от вашего желания и от вашей ситуации. Я пишу свой текст. Итак, опускаемся чуть ниже, и в данном окне мы устанавливаем таймер нашего текста. Здесь мы прописываем 0.3 или можно оставить 0.4 с небольшим запозданием. Так, здесь мы устанавливаем 0.7. Также остается эффект плавного появления. Так, чуть ниже снова нажимаем на кнопку
И здесь мы пишем следующий текст. И пишем название нашего текста. Я напишу свой текст, название данного сервиса .com. voiceTV.com. Итак, у нас все готово. Проверяем, нет ли у нас ошибок. Так, здесь мы пишем 0.8 и здесь 0.11. Итак, у нас все готово. Теперь мы можем нажать на кнопку «Создать видео сейчас». Нажимаем. Идет генерация нашего видео, подготовка его для скачивания. Итак, обработка видео завершена. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем play. Итак, появился первый текст. И произошло появление другого текста. Второго. И происходит появление третьего текста. Это можно сделать с помощью сервиса voiceTV.com. Итак, у нас все получилось. Таким образом можно добавить текст на любое ваше видео, которое вы хотите использовать в своих целях. Итак, друзья, сегодня вы узнали, как добавить текст на видео онлайн без каких-либо сложных программ, бесплатно, просто. Если вам понравилось данное видео, жмите «Нравится» под этим видео, а также вы можете поделиться данным видео со своими друзьями, знакомыми. А также не забудьте подписаться на мой видеоканал, чтобы получать самыми первыми все свежие видео моего видеоканала. Ну а на сегодня все. С вами был Александр Гермаков. Всем желаю удачи и до новых встреч в следующих видео.